Что, ребят, хочу извиниться за такое странное начало. В общем, хочу рассказать о машине не больше, как о технической части, а именно о том, почему ее люди выбирают, вот, зачем она вообще им нужна. И все на самом деле просто. Эта машина притягает просто своей, блин, внешностью, своим каким-то драйвом, которого вот в моем опыте, сколько я владел автомобилями, еще ни на одном я не получал столько реального удовольствия от вождения. Эта машина делалась реально очень качественно. Я не буду сегодня рассказывать как про тройку Е90, всю историю вообще BMW там, да, пятой серии. Вот, скажу только вот немножко про эту модель с таким вот классическим дизайном. Особенно мне нравится она внутри, очень крутая, конечно, в этом плане. Вот, зацепила меня эта модель еще почти 10 лет назад, когда у друга была такая же, только белая, вот, 90-го года. И наконец-то я вот все-таки пришел к ней. Автомобиль, конечно, не новый, это 93-й год, достаточно большим, я думаю, пробегом, ну, за 400 это точно. Это не мешает ей также быстро ездить, валить боком. Вот. Значит, по поводу валить боком я еще вернусь, да, к этому. Вот, по-быстрому, что еще хочу, да, такого важного сказать. Кто ее выбирает и зачем? Выбирают вообще люди разного возраста. Вот. Много молодежи, конечно же, в любом случае больше. Но есть и ребята, которые уже пожили, можно сказать, свою жизнь и пришли к этой модели. Это классика, такого уже не будет, никто не сделает никогда. Вот, и кто покупает на модели, они понимают. И все-таки вот я задумался, да, по вопросу, зачем она мне нужна. Но когда я на нее сел и начал ездить, она у меня в владении полтора месяца, понял, что эта машина на самом деле очень опасно, и за то удовольствие, которое ты получаешь, ты можешь расплатиться своей жизнью. На самом деле, как бы это ни звучало негативно, но так оно и есть. Много она несет в себе подводных камней в плане, да, рулежки. В плане рулежки она очень клевая, в дрифте она вообще просто суперская. Она это вот первый автомобиль, на котором я реально уже научился ездить так, как нужно. Вот. Но понятное дело, что опыт уже еще не тот. Но тем не менее, мне она доставляет удовольствие именно вот таким образом. Если же просто ездить, да, по городу, ну, неинтересно. Мотор здесь слабенький, 6-цилиндровый. Вот, М50, система фаз газораспределения ВАНОС. Кстати говоря, они установили вот эту систему, и он на низах уже более такой стал активный, более как бы быстрее набирает скорость. Вот, и также на холостых очень ровно держит обороты, хотя и рядники не все ровно, да, держат, но тем не менее мне очень нравится, как он ровно работает. Это классно. Звук — это вообще отдельная история. Ну, поедем, я буду по ходу дела рассказывать, потому что время терять на пустые разговоры, стоя на месте, я думаю, это неинтересно. Поедем от дома, вот буквально время 2:30 ночи, я думаю, наконец-то все разъехались по домам, все спят. И самое время прокатиться, показать на самом деле, что она умеет, для чего, в принципе, она нужна. Это у меня там защита немножко задевает после ремонта подвески. Это пройдет. Когда начинаешь ехать, она чуть-чуть поскрипывает. Ну, элементарно. Каждый поворот ты просто кайфуешь от нее. Вот нету такой машины, блин, чтобы она тебе приносила удовольствие. Вот этот звук рядной шестерки. Вот как на самолете, вот разгоняетесь, да? И вот он идет, идет, поднимается. То есть стрелка до 7000 оборотов.
ну, красная зона, там 6-6-100 получается где-то. Вот, то есть можно как бы крутить в отсечку. В этом плане, конечно, супер-супер она. И гонять на ней, конечно же, да, как многие любят. Любят гонять же днем, да, настоящие стритрейсеры. Но я ни в коем случае не за это, потому что даже дело не в машинах. В первую очередь дело в самих пешеходах, которые ходят на обочине. Вот. Только когда я начинал ездить, меня выкинуло через бордюр. У меня была очень грубая ошибка. Я это все осознал, свои ошибки исправил. И больше у меня такого с ней не происходило. То есть мы как бы ездим сейчас уже с ней так, по-дружески, скажем. Вот. На самом деле... Она очень хорошо слушается руля. Видим, да? Прекрасно просто. Вот спокойно ночью выезжаешь и спокойно себе наваливаешь. Не привлекать главное внимание ребят из ДПС. И в принципе больше нам ничего, да, и не мешает. Данная вот модель, она выпускалась вообще с 87 года по 96. Вот. За это время выпустили порядка 1 333 412 экземпляров. Вот. И, конечно, сейчас уже осталось их очень мало, потому что очень много было разбито, очень много сгнило. Особенно у нас в России. Сгнило их очень много, поэтому вот надо вот в поворотах очень внимательно, чтобы вас особо не выкидывало. Ну, этот звук, он, конечно, он мне, блин, удовольствие доставляет, несомненное. Это машина для души, и ребята, которые ей владеют, они вкладывают в нее, вкладывают и вкладывают. Бесконечное вложение денег, но вкладывают, как правило, вот на свои, да, вот эти все, как бы сказать, желания, пожелания, чтобы мотор был помощнее, а ведь это все... стоит денег. Допустим, здесь 2 литра, хочется что-то быстрее, а быстрее стоит дорого. Вот, и люди начинают, блин, думать, искать деньги, зарабатывать, и не жалко, потому что они знают, во что вкладывают на самом деле, потому что эта машина приносит удовольствие, очень большое удовольствие. Эта модель, да, она уже старенькая, она приносит очень большое удовольствие вождения. Мы можем наваливать, 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 и ничего не будет. Главное, самое главное, это смотреть за маслом. У нас не очень хорошие круги, поэтому дрифтовать не очень тут удобно. Дороги у нас убитые в городе. Вот. Меня этот мотор устраивает в данное время года, да. Ну, то есть, если будет лето, асфальт, то не будет хватать именно сцепления, да, вот не сцепления, а вот именно мощности мотора, чтобы с легкостью проворачивать колеса. То есть для этого нужен будет мотор, ну, хотя бы 3-литровый. Тогда будет совсем другое дело. Можно будет делать то, что сейчас, да. То есть сейчас как бы такой снег, гололедица небольшая. Машина очень легко уходит в дрифт. Что еще добавить про нее, конечно же, да, к тем, кто хочет брать этот автомобиль, я могу сказать одно, что она денег своих стоит, и не стоит, кстати говоря, недорого. То есть ценовая, да, категория.
там даже есть экземпляры, он парнишка взял за 35 тысяч, он в нее чуть вложил, то есть она у него там, думаю, что где-то до 100 тысяч вышла. До 100 тысяч она у него вышла. И он сейчас едет, едет на ней и радуется. То есть не сравнится ни с какими вазами. Однозначно. На вазе, конечно, можно, да. На пятерках, на семерках ребята гоняют, учатся. Вот. А если ты хочешь сразу BMW, то, конечно же, новую BMW же не будешь для этого брать. Потому что будет дорого стоить тебе это удовольствие. Если ты уедешь куда-нибудь в бордюр при очередном заходе в дрифт. Вот. Поэтому решать вот, ну, выбирать в любом случае вам, поэтому я считаю, этот автомобиль очень достойный. И они надежны, понимаете, двигатели, которые здесь делались, они реально, блин, очень неприхотливые в обслуживании. Масло, конечно, хавает немножко, ты когда двигатель крутишь, то есть я доливаю там литр где-то на 2000. Вот. Если я не буду крутить, буду ездить как овощ, то, соответственно, да, никак бы хавать он почти не будет ничего. Жор масла у BMW только из-за того, что движки в основном крутят. И люди берут, те, которые любят погонять. И вот это все и пошло, то, что движки у BMW, у всех жрут масло. Любая машина будет хавать, если вот наваливать на ней, крутить обороты до 5000, заходить в поворот. Ну это, блин, BMW просто сам Бог велел. Для этого и создали их. Но сейчас, понятное дело, я это показываю, да, не на большой скорости, на допустимой скорости. Мы не нарушаем, в принципе, скоростной режим. Мы спокойно ездим и заходим просто в поворот и дрифтим. Это как бы нормально. И обращусь, да, к тем, кто планирует все-таки взять, планирует дрифтовать по городу. Ребят, самое главное — смотреть за пешеходами. Вот видите вы пешеход, пусть на перекрестке, даже пусть он не, ну, не стоит, как бы не планирует переходить, а просто он идет там. Не надо, лучше лишний раз проедьте спокойно перекресток. Не надо входить, блин, с визгом колес. Это никому не нужно. Вот, поворот здесь резкий очень, поэтому надо тоже не торопиться, скользко. Проехали дальше и находим перекрестки, свободные от людей. Может быть, кто-то скажет, блин, чему ты учишь? Вот я как раз учу, советую, да, тебя, что не надо так делать. И гонять днем между машинами. Понятное дело, кумир. Какой кумир, да, у этого автомобиля, у меня, да? Это, естественно, Георгий Тюзадзе. Кто-то тут, мне тут недавно скидывает, да, ролик по поводу того, что там Панин берет в рот. Я говорю, при чем тут Панин? Панин тут вообще не при делах. Это его дело, он вообще актер. И то, что машина оказалась в этом фильме, это просто как бы, ну, случайно, наверное, да? Ну и подобрали ее тупо для этого фильма. Ни в коем случае не поднять именно статус как актера самого Панина. А данную модель именно сейчас... Данную модель, конечно же, самый важный гонщик — это Георгий Тюзадзе, который валил боком на больших скоростях, двигался очень быстро, также в потоке, и у него это очень хорошо получалось. Блин, а никого в городе нету, да? Вот выехал я сегодня как бы один. С ребятами тоже ездили, но вот одному вообще круто. Никто не мешает. Ты едешь, никому не мешаешь.
куда хочешь, как тебе нравится. К сожалению, Георгий Девзадзе погиб. Погиб он пассажиром. Причем к нему приехал Давыдыч в гости наведаться в коем-то веке. Именно вот в эти дни, пока Давыдыч гостил, они разбились в Грузии. Город, по-моему, Тбилиси, сколько я знаю. В общем, не вписались в поворот элементарно. Ну, скорость, скорее всего, была за сотку. Вот, и водитель, в принципе, с ним ездил, тоже опытный. И, ну, что-то пошло не так. Вероятно, как бы и ночь была, видимость плохая. И от этого никуда не деться. В любом случае, я тоже, допустим, езжу, нет-нет, меня там разворачивает на 180 градусов. Но это нормально, потому что, ну, нереально постоянно ездить и не ошибаться. В любом случае, где-то ты перепыжишь, потому что ты же, как бы, да, вроде твой опыт. Здесь у нас асфальт вообще. Опыт растет. Вы начинаете. Вот здесь асфальт у нас тут прорвало. Тут уже асфальт. Тут уже не покрутишь. Да и с ямами не будем тут особо насиловать мотор. Поедем дальше. Вот. И нужно внимательно быть, конечно, со скоростным режимом. В любом случае есть определенный, да, угол поворота. И все зависит еще, опять же, от погоды, да. Нужно учитывать скорость. На определенной скорости тебя будет выкидывать. Тебе просто вот, ну, не хватит сцепления с дорогой, чтобы выйти из дрифта. Это, блин, ну, 100%. Уже проверено. То есть вот на третий, допустим, я сейчас еду, да, и начинаю в дрифт ходить. Вот я иду в дрифте. Так, уже скорость приличная, но я тем не менее еду. Вот, меня уже начинает тащить. Если еще там разгоняться, как бы, разгоняться, то можно как бы и улететь с дороги вообще. Очень просто. Поэтому держишь газ, ловишь момент, когда именно тебе нужно поймать. Вот поймал ты волну, все, педаль держишь на одном месте, никуда ее ни вперед не отпускаешь. Ну, конечно, хочешь остановиться, уже, да, понятно, что убираешь и уже выходишь, выруливаешь, едешь дальше прямо. Вот, надеюсь, вам вот это, да, мой ролик будет полезен чем-то, наверное. Вот. Может быть, кто-то изъявит желание тоже купить себе данный автомобиль. К сожалению, я от него избавляюсь я по одной причине. Нужно уезжать из города вообще. О, гаишники. Или нет? Блять, точно гаишники. А мы с камерой. Нам сейчас с дрифтом тут нельзя. Они сейчас начнут принимать нас. Вообще ГАИ эту машину не останавливают. Не останавливали ни разу. Но по ходу дела сегодня нас могут остановить. Нет, уехали. Хозяин сказал, что на этой машине не останавливали его ни разу за владение за полгода. Я тоже проезжал, причем заходил реально боком в поворот. Они стояли, короче, и просто смотрели. Я сбавлял скорость, думаю, ну сейчас на по-любому махнут. И, короче, нифига, просто проезжаешь. Ну, это ж понятно, в принципе, закон еще не вышел за опасное вождение там, да. Ну, пьяный же не будет дрифтовать и выходить из заноса. По-любому человек за рулем трезвый. И как бы гайцы, они адекватные люди, они это понимают прекрасно. Да, и многие из них тоже ездят на БМВ. Кто еще ездит на БМВ? Это мотоциклисты. Вот, есть ребята у нас тоже, да. Это, блин, те люди, которым не хватает реально драйва, который дает, да, вот мотоцикл. Как бы я вот тоже, да, летом на мотоцикле мы ездим, а зимой можно ездить вот на BMW, крутить вот такие пятаки, просто кайфовать и получать почти тот же адреналин, что ты получаешь на мотоцикле. Ну реально, это очень круто. Так что, ребят,
берите этот автомобиль, не жалейте, и все будет у вас круто. А вот и пешеход. Вот за ними надо смотреть. Все, я желаю, чтобы у всех дороги были ровные. Перед нами сейчас открывается вид нашего храма. Очень клевый храм. Построили его, ну, еще не достроили, конечно, но скоро он будет закончен полностью. И туда можно будет ходить, молиться за родственников, за усопших и так далее. Не и так далее. Вот еще начинают, блин, на своих этих тазах пытаться, блин, обогнать BMW. Зачем это нужно человеку, непонятно. Да, на светофоре, к сожалению, не всех делают. 2 литра это не хватает. Но когда ты начинаешь закусываться именно с человеком, у которого мотор мощнее, он начинает обгонять, и вот рядом поворот, ты просто на этом повороте его делаешь. И он, короче, ну он так не может, он сбавляет скорость, а ты его обходишь просто тупо в дрифте. У тебя преимущество. У тебя задний привод. Ты мчишь боком. Все, ребят, спасибо за просмотр. Ролик получился такой затяжной, не готовился я к нему. Вот у меня настроение появилось, и я решил пару слов сказать. Все, всем пока, всем удачи на дорогах.